происходит? Даже поспать не дали. Тут проблема. Всем привет. Короче, веду в курс дела. Наверное, вы ничего не понимаете. Видите вон ту гору? Это не просто гора, это вулкан, который уже, ну, никак, как сказать, извергается. Ну, просто бушует. Уже бушует, как несколько дней. Жители уже вон паникуют. О, смотрите, там куска дома нет. Ну, мне кажется, не видите? Ой, аккуратно. Вон, видите, там куска дома нет. Если вы идете на креативку, это не полная креативка. Я ее сегодня купил у админа для того, чтобы просто помогать жителям. Я ничего так делать не могу. Могу вам скинуть сейчас сид, чтобы вы тоже смогли поиграть. Вот сид. Смотрите, получается, запоминайте, вставляйте в игру. Напоминаю вам, что регенерация мира рандомная. Вот эта церковь, например, может быть вот тут. Развернуто туда, я сам проверял. Не надо будет. Поэтому сорян то, что регенерация будет рандомная. Сейчас сюда зашел. Так, надо спросить жителей, может они что-то знают. Житель. А что такое? У меня сегодня прям крыша дома обвалилась. О, блин, прикинь, у меня тоже сегодня крыша дома обвалилась. Такое чувство, как будто землетрясение прошло. Все-таки наши дома старые. Житель, ты куда? Ну да, они старые, но как же... Почему? Почему это все произошло? Ну не знаю, у нас просто взял и начал извергаться вулкан. Ну не извергаться, а просто начинает бушевать. Извини, дел много. Ладно, пока, житель. Ой, житель, сорян. Да ничего. Ну, такие жители добрые. Ой, ё-моё, надо как тут заделать. Ну, смотрите на это, ну что вот вулкан делает? Так, ой, ай. Так, это вот так. Я никогда не любил солнечный... Ой, солнечный. Никогда не любил вот эти панели. Поэтому... Выглядит странно. Так. Оп, оп. Всё правильно. Вроде неправильно. Так. Что там с другой стороны? Оп, 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 оп. Летать могу пару секунд только. У нас вот так. А, у нас тут двойное окошко. Хорошо, сейчас починим. Вот отсюда скопируем. Никогда не люблю эти солнечные панели. Ой, ненавижу. Раз, два. Оп. Отлично. Оп. Если я что-то опять же делаю неправильно, извините. Оп. Оп. Тут у нас было вот так, тут так и тут так. Все хорошо. Так, ох, вроде дом задел. Кстати, вам не показался уже вулкан. Давайте-ка подбежим к нему. Только, смотрите, он прям как будто с землей образовался. Вот земля, видите? Немножечко обгорела, вы не видите, наверное, этот обгоревший, но он есть. Тут камень, а тут уже булыжник идет. О, а вот этого не было, и вот этого тут не было. Ну-ка, что это такое, кстати? Ау, я прям камни вылечившие из вулкана. Блин. Ау, а чего это так много? Буквально вчера оно было вот по этот блок, вот по этот, вот по этот блок, вот по этот блок, вот по этот, вот по этот, ой. Вот по этот блок вчера было лава. А теперь она уже вот по этот блок. Мне кажется, ай, блин, чуть не упал. Она как бы еще больше становится. Надо сообщить жителям то, что лава-то поднимается. Она может... Ай, блин, больно. А, ночь наступает, блин, блин. Блин, блинский. Что такое, блин? Сказал слишком много слов, блин. Так. Надо пока что что-нибудь заняться чем-нибудь. Вау. Как это? Как так-то? Как так солнце быстро встало? Чё, я не понял. Ладно.
Вулкану я подходить не буду, он горячий слишком. Прикиньте, я сейчас вот тут стою, мне прям жаром отсюда веет. А вулкан... Иду на блок дальше, мне уже прохладно. Здесь жарко, а здесь прохладно. Давайте-ка пометим, где у нас жарко, а где у нас прохладно. Возьмем песок и поставим его сюда. Это уровень жара. Угу. Уровень жара, отлично. Если я неправильно написал как-то, то сорян. И не обращать внимания на мой скин, просто я как зашел в майн, у меня такой стал. Бывает такое. Он типа похож на скин Кейна. О, житель, что тебе так дом расхреначило? Помогите! А, это тебе дом? А, это тебе дом расхреначило? Да, это мне. Короче, прикинь, такой камень дюка прилетел и просто кусок дома раздавил. Камень я убрал. Можно спасать для бригады. Да вот что делать с домом, я не знаю. Ну вызови строитель, давай я тебе денег дам. Вот, держи. Спасибо большое. Хорошо, пока. Пока. Так, жителю я помог. Теперь можно идти домой. Тан-таран-таран-тан-тан. Как же можно спасти эту деревню от вулкана? Ладно, надо сходить его проверить, чтобы можно было поторопиться. Что? Лава! Лава! О, черт! Откуда здесь лава? Че, серьезно, лава еще сильнее поднялась? Да не может быть такого! Да не, такого не может быть! Вот, я помог там залезть. О, как тут жарко! О, ай! Черт, по-моему, я себе немного обжегся, надо быстрее уйти, Ай, чуть ногу повредил, немного быстрее, нужно воду быстрее. Ребята, там очень жарко, не ходите туда в жизни. Может, я просто возьму и скопирую эту карту, как раз могу вам скинуть эту карту. Либо вам скину сид, либо вам скину карту. Ну, лучше сид. Вот там сид будет, вы уже, мне кажется, видели его. Вот что делать? Житель. Что такое? Ты можешь мне помочь, предложить, как можно спасти эту деревню? Нет, у меня, к сожалению, нет никаких идей. Звони, много дел, нужно что-то делать. Ладно, пока, житель. Пока. Так. Что бы делать? Что-то жар я чувствую. Надо залезть наверх, посмотреть. Вот черт, даже наверх залезть не надо. Это что такое? Как так-то? Лава все больше и больше. Она прям как ступеньки скатывается. Вот черт, смотри, прям. Быстрее воду. Воду. Ой. Капец. Что делать? Надо как-то спасать жителей. Уважаемые жители, в нашей деревне началось извержение вулкана. Вулкан начал очень сильно выбрасывать магму и лаву, поэтому будьте осторожны. Магму? Ну, вроде магму пока не выбрасывают. Эвакуация будет проведена буквально через час. Через час? Да тут у нас тоже полминуты не хватит. Тут и полчаса даже не хватит. Сохраняйте спокойствие. Тупой житель. Ничего не понимает в вулкане. Это знаю, я даже дома вулкан свой домашний делал. Ой. Он какой-то чепухню говорит. Через час. У нас даже полчаса не хватит. Да, полчаса даже не хватит. На то, чтобы эвакуировать всех жителей.
Ну и магму он пока не выбрасывает, видимо, житель ошибся. Хотя, может, он не вот это магма. Хотя в Майнкрафте есть магма, настоящая. Где она? Магма. Вот, вот, магмовый блок. Кто не знает, вот это магмовый блок. Ой, он горячий. А, видимо, он имел в виду вот эту магму. Хотя это обсидиан. Кстати, что-то рядом с вулканом обсидиан. Жизнь говорит. Ау. Кто не знает, лава очень горячая. Поэтому я сразу связываю обжег ботинки. Больно. Ладно, я пойду домой. Надо отсидеться там. У меня все-таки каменный. Хотя камень может обвалиться от лавы. Ладно, я пока посижу, подумаю. Точно, у меня же где-то был телефон. Надо посмотреть, что там в мире творится. А то скучно уже. Так, так, что там показывают? Внимание. Внимание. Сегодня. В деревне Жити номер 75 начал извержение вулкана. Жители начнут эвакуацию только через час. Это были новости, а теперь переходим к футболу. О, блин. О, кажется, новости разлетаются, как горячие пирожки. Вот черт. Что делать, что делать, что делать? Надо уходить. Ну, посмотри на лаву. Черт! Вот тут затопило уже. Ну-ка, ну, по-моему, сейчас сломается уже. Ну-ка. О, она реально треснула и сломалась. Рассыпалась и сгорела. Надо уходить, надо уходить. Ух. Я весь потел. Ой. Так, но... Нужно как-то спасать жителей. Черт, мой дом. Тихо, тихо, тихо. И дом этого жителя. Он под лавой, блин. Надо забирать все вещи отсюда. Отлично. Все. Вещи со мной. Надо положить вот карман, блин. По-моему, мне ботинки обжигает. Действительно. Быстрее в воду, 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 воду. По-моему, спасаю себя, а не жителей. И почему я тут до сих пор нахожусь? В соседней деревне. Ой, блин, я чуть не обжегся. Но я вижу соседней деревни. По соседству. Ну, нет, они же соседние, логично. Ну-ка, вот еще где-то есть. Эй, деревни, есть что-то? Если это будет еще деревня, что-то не видно. Вон вижу деревню. Короче, мы туда, мне кажется, эвакуируемся все. О, вулкан все извергается. Всюду лава, магма. Да затоптать эту фигню и спалить ее уже, спеклу эту. Извините, белорусы. Смотрите, дом горает уже. Вау, это красиво, но это страшно. Тихо, надо посмотреть, надо еще посмотреть, что там говорят по новостям. Нет, вроде пока что ничего про нашу деревню еще нету. Но тут есть пост о том, как, что горит деревня. Вот это вот, 80. Я уже забыл, какая. У нас деревня. Ладно, не суть важно. Потом я пересмотрю на видео. Там же по новостям говорили, какая деревня горит. Потом пересмотрю же видео. Вау, дом горит. Черт, 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 черт. Лава повсюду. О, наша деревня уже берет в кольцо, можно так сказать. Потихоньку берет в кольцо. Ай, я опустился из-за этого ограничения. Ладно, надо перекантоваться вот в этом доме. Хотя он горит. Кто может загореться. О. Кажется, чувствую запах гари. О, черт. Это дом горит. Да, я вижу дым отсюда. О, быстрее. Прям под ногами развалились ступеньки прям. Вот это мне повезло сейчас. Вовремя я ушел оттуда. Быстрее. Жители, жители, уходите. Вон в ту деревню, соседнюю. Что? Что такое? Что ты буянишь? Да там вулкан извергается. Да чё ты врёшь? Всё хорошо. Ну ты чё буянишь-то? Вот, жители, о чём я тебе говорю? Лучше уйти отсюда. О, ты был прав. Ладно, я пошёл. Иди. Ой, дверь сломалась. Уходи, житель, говори же, уходи, уходи. Ой. Так уж и приятного аппетита. А черт, ну как так-то?
Что так тут жарко стало? А что так лава? Офигеть! Лава все больше и больше. Офигеть! О, ступеньки прям на глазах сломались. Кстати, что в сундуке надо взять? Блин, взять все. Ботинки. Что это? О, это ботинки против лавы. Ну-ка. Что это? Действительно, спокойно кушу по лаве. Офигеть. Это я уже терминатор какой-то. Факел сдох. Офигеть, спасибо. Кто это? Это не... Дождь. Это дождь. Дождь, что подух на глазах. Ура, дождь. Лава какая-то. Реально становится такая странная. Вот, блин, капец. А дождь-то закончился так быстро. Дождь, видимо, грибной. Блин. Ну как так что смогло случиться, а? Как? А почему я говорю? Лава! Ну чёрт! Да вы повсюду! Надо забраться повыше. Оп! Скрините все деревья в лаве! В огне! Надо уходить быстро! Он в ту деревню! Жители, бегим! Бегите! Бежим! Все уходим! А чёрт! Бежим! Уходим! Надо уходить! А чёрт! Кстати, эти креативки, ну, в общем, не голодаю. Ну, могу немножечко полетать, взять у него всего 16 брок максимум. Больше не могу. Вот так. Если я случайно взял больше, то у меня есть 5 секунд, чтобы житель, организуй спасательную эвакуацию. Откуда? Зачем? Что вон там. Он в той деревне. Ой, сорян, житель. Находится моя деревня. Вон. За горизонтом немного ее видно, короче. И, короче, оттуда нужно эвакуировать жителей. Эвакуировать, говоришь? Это та самая деревня? Да, это та самая. По которой в новостях говорили. А, в новостях? Я тоже видел новости про твою деревню. Короче, ладно, я вызываю автобус и будем эвакуировать. Хорошо. А всем спасибо за просмотр. С вами снова был я. И это был видео о том, получается, нашей деревне, в которой извергается вулкан. В нашей деревне не так часто так происходит. Жители говорят то, что когда они сюда впервые приезжают, все хорошо. Приехали, но когда они тут живут очень много, но все-таки, вон, видите, я стою на фоне этой сгоревшей деревни. Хорошо, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, удачи!